Так, ну вот начну опять новый ролик, не знаю. Вот они, голуби, как все дикарят. Вон кто-то там и играет. Какой-то дурачок. Вот они начинают собираться. Вот голуби поразлетелись и начинают вот сверху они начинают падать. Вот они как дикарят. Вот троечка уже здесь опустилась. Вот белый еще идет. Вот они все падают. Так, остальные вон они наверху. Кто-то вот вон они мотаются. И также вот покажу, вот эта стая также и осталась наверху. Вон они разлетелись. Там и в разброс летают голуби. Я не вижу. Камера что-то не очень показывает. Так, удалю чуть-чуть. Так, вот один черный уже садится. Тут еще. Так, это белый, по-моему, перс. А нет, это бакинец. В общем, троечка здесь опустилась. Мотаются уже по низам. Погода. Фуфло. Так, там голуби что-то дикарят. Наверху. Вон они как. Кто там это так падает? Так, сейчас приближу на всю. Не знаю, фокусирует камера. Нет, я ничего не вижу, если честно. Вон они, вот она стая. Вроде я поймал куча. Она то развалится, то соберется. Вот она. Вот так я вот буду удалять, на какой они высоте. Нормально. Поднялись. Вон. Там кто-то в разброс еще. Четверка все-таки наверху выше стаи, она и летает. Вот она стая. Хорошо полетели. Вот так вот моя маечка их задрала, а то решили упасть. Так, это кто? Это, по-моему, желтый, да, желтый голубь, по-моему, опускается. Черный, вот он выкобеливается. То играет, гад, то кувыркается. Молодой голубь. Желтый, белястый и белый, вот он опускается. Так, ну, сейчас пока не знаю, на паузу ставить, не ставить. Вот стаю еще покажу. Вон они мотаются. Вот она стая еще мотается, и в разброс голуби летают. Но дикарят. В разброс тоже штук 6-7 летает. Высоковато они еще, поэтому камера не фокусирует голуби. То пропадают, то появятся. Вот они сейчас на средней высоте где-то мотаются. Ладно, сейчас пока на паузу поставлю. Не буду эти вон по низам, вон желтый. О, ну хоть на низу он что-то начал показывать. Вот щелчок. Ладно, сейчас сядут, паузу. Так, ну вот моя стайка уже себя скидывает. Вот они вниз идут. Это вот основная кучка. И, наверное, еще штук 8 летают в разброс. 8-10. А четверочка, так они, не знаю, куда делись. Там вон еще. Вон они еще отдельно, вон 3 штуки. Не знаю, камера туда, наверное, не фокусирует. Ей объект нужен, чтобы сфокусироваться. Надеюсь, что все сядут. Вот они и полетали сегодня. Вот она. Кучка идет. Вот так удалю. Уже опускаются.
Вон. И наверху еще в разброс там штук 10, наверное, еще летают. Вот они повыше, вон там голуби. Вон в разброс летают. Вот. Чуть-чуть выше стаи летают в разброс. И с одной стороны, и с другой. В общем, носятся. Вот один белый себя уже вниз скинул. Все. Ладно, подожду еще, ничего хорошего нету. Ну вот она, гадина, летит с чужой крыши. Падает на ту крышу, на высокую. Иной раз прям на голубятню садится, иной раз садится вон на ту крышу. Вот он белый себя скинул. О, ни хрена себе. Это вот голубка с Адыгеи, то, что взрослая голубка, вот она отлетала, села. Никогда бы не подумал. Так, ну эти вот они. Эта стая уже опустилась, и наверху осталось штук 6. Вон они, сейчас буду прибавлять. Вон они там мотаются, там пониже. И стайка, да, 6 штук. 6 штук остались наверху. 6 стаей там мотаются. В разброс еще вот здесь, а 4. И вот она, эта основная кучка уже опускается. Эти уже все на посадку. Надеюсь, что и те сядут. Вот шестеро, вот они. Вон они. Я думаю, должно их видно быть. Я на них направляю. Шестеро остались там. Вон они мотаются. Все, эти уже сейчас приземлятся. Уже на посадку идут. Там вон, как дикари, в разброс мотаются голуби. Сейчас начнут падать. Вот с красным хвостом помазанным, вот голубь начинает играть. Все, вот так, молодец, дом увидел и все начал, молодец. Вот так. Так что я ничего не утверждаю, ни с кем не собираюсь спорить, у кого там, кого он сжирает. Вот он, голубь, увидел дом, все, опа, куда ты, куда, его аж заносит. Вот он бьет. Вот так, молодец. И отлетал, и сел. Все, красавчик. У кого-то, конечно, и лучше, вот чернохвостая моя. Вот, то кувыркается, то стоит, бьет. Вот они, молодцы. Вон, черный какой-то выскочил. Вот так вот. У кого-то голуби в голубятни намного лучше моих. И летают получше. Поэтому я ничего не утверждаю ни перед кем, что мои голуби так летают. Вы вон видите, как они летают. И все. Кто-то ни хрена не делает, кто-то что-то делает. Не знаю, если было видно, то вот все-таки забрал же он этого белого. Если бы не выстрелил, он бы так его и утащил. Вон они там, 6 штук остались наверху. Вон они, прям под тучей мотаются. Вон. И в разброс вот здесь еще 4 или 5 штук мотаются. Поэтому у кого-то голуби лучше летают и уходят от сапсана и тетеревятника, у кого-то хуже. Валерная птица вообще ни от кого не сможет уйти, я так думаю. Это только мое мнение. Вот эти уже мои дикари. Вот они боятся, опускаются. Вот он черный. Черный пикирует. Белый. Так, ладно, подожду еще чуть-чуть. Надо верхних дождаться. Так, вот один беленький садится. Никак не сядет. И черный.
Черный опустился, скинул себя. Все, ну эти сядут. Эти без проблем. Там вот еще один остался. Вот он несется. Еще один голубь. И остались 5 штук наверху. Вон они. Один чуть пониже, еще один мотается. Одиночка. Так, ладно. Не буду, а белый тоже никак не приземлится. Здесь он носится. Так, пока на паузу. Так, ну вот один. Один мраморный резко скидывает высоту. Вот он. Ну это уже взрослый голубь. Вот он прилетел. Так, а остальных сейчас я на паузу попробую. Вот уже и Артем, и Аслан звонит, и Артем. Сейчас отклоню пока. Так, ну вот я троих нашел. Вот они, трое, еще нету. Должно быть 7 штук. Не знаю, видно, не видно. Вот 2 штуки здесь летает. И один, вот он летит. Сейчас, наверное, подожду, когда опустится. Я не знаю, наверное, не видно. Я сам не особо вижу в телефоне высоко. Должно быть 7 штук. Один мраморный опустился, 8 летало. Вот. Ну, троих вижу, других нет. Сейчас пока подожду на паузу. Надо и перезвонить, уже люди звонят. Так, ну, в общем, особо снимать уже и нечего. Вот он, покажу, вот сейчас вот один белый опускается. Один белый падает вниз. Там выше еще вот один какой-то белый. Вот он идет. И чуть повыше, по-моему, еще один белый. Вот 3 штуки. 3 штуки. В общем, как-то так. То, что могу сказать, наверное, сегодня в любом случае будет. Вот он белый заходит. Это моя выводная голубка. Вот мазаная шея у нее. Шея и грудь. Вот она села. Посредине мазаная. Так, и вот остались еще. Вот он один опускается. Не знаю, какой-то. В общем, один и один еще повыше остался. Вон он мотается. С ним летал и взял, опять пошел наверх мотаться. Вот он. В общем, нету еще четверых. Четверо тучи. Вот небо покажу. Тучи налетели, и они остались там. В этих тучах. Вот черные тучи налетели. Вот такое вот небо хреновое. И в общем, четверых покрыло там, и короче, они остались где-то наверху. Ну вот, одна надежда, что если сапсан не сожрет, вот он этот белый летит. Если сапсан не сожрет, то где-то должны опуститься. И если результаты моих... А, это перс студент, это чап. Чап, молодец, отлетал. Вот он как скинул себя. Вот он. Никогда бы не подумал, что он может так летать. То летает, то с крыши хрен сгонишь. Вот такое тоже бывает. Этот вот тоже себя скидывает, белый. Вот он. Или этот чернохвостый. Вот он. В общем, не знаю, нету четверых. И вот то, что я, как и говорил, надеюсь, то, что я голубей вывозил, мозгов хватит у них долететь до дома. Могут опуститься и за 5, и за 10 километров с этих туч выпадут, и просто-напросто уже все, не вернутся. Поэтому, в общем, нету и нету, что теперь делать.
Не знаю, в первом видео, наверное, может быть, и было видно, вот одного белого он забрал. Если бы не выстрелил, он бы его не отпустил. Там вот кто-то спрашивал в комментариях. Вот такая вот называется, забыл, сигнал охотника. Вот он продается в охотничьих магазинах. В принципе, сейчас удалю чуть-чуть, разрешения никакого на нее не надо. Вот она. Вот такая вот эти вот заряды, вот желтые, красные, зеленые. Именно если бы я стрелял шумовой, она здесь вот резинкой заткнута, шумовая, она тетеревятник не боится ни ружья, ни хрена. А вот именно боится вот то, что светящий вот этот огонь летит. Может быть, из-за этого он видит, у них то зрение получше, чем у нас с вами. Поэтому он, может быть, и бывает так, что испугался и отпустил, прослабил голову, выскочил и все. Может быть, из-за этого. В общем, стоит она 400 рублей плюс по 50 рублей вот эти вот заряды стоят. Там упаковка, по-моему, 450 или 500 рублей стоит. Вот такие вот дела. Ладно, все, видео и так много наснимал и сам замерз. Сейчас покажу, вот он, белый этот придурок, еще один мотается. Вот он никак не опустится. Вот. Ну и, как и говорил, вот, кувырки над домом исполняет. Как и говорил, это, скорее всего, голубь с зеленым хвостом. Старый голубь, да. А этот вот ту зиму пережил. То играет, то кувыркается. Да, с зеленым хвостом помазанным. Он один из космонавтов. Вот она опускается. Все, ну, как и говорил, минус 4 штуки, которые могут и не прийти. Вот такой лед на 14 число. Остальные вон ходят там, прополкой занимаются в клубнике. Что они там ищут, не знаю. В общем, что-то ищут. Так что вот такие дела. Поэтому никому ничего не доказываю. Я сразу говорю, все, что говорю, это только лишь мое мнение. Вот он белый садится. Да, зеленый мазанный хвост. Это только мое мнение. И я никому ничего не собираюсь не доказывать ничего. Я вот пытаюсь со своими голубями разобраться и... Как получается, так получается, вы все видите. Кто-то вон на дерево садится, не летает забивные. Кто-то летает, кто-то пропадает. Поэтому как-то так. Просто люди вон ругаются, там пишут там гневные комментарии. В общем, я стараюсь как могу. И время уделяю очень много голубям. И стараюсь их поднимать, что-то из них выбить, что-то отобрать. Мне пусть лучше для меня он, чтобы его вот так вот тетеревятник забрал, нежели чем он у меня в голубятне захереет. И потом и рука не поднимается голову оторвать. Жалко мне любого. Любого мне голубя жалко. Рука не поднимается голову оторвать. И носишься с ним то одно лекарство, то другое. И... Ничего не получается, он хереет и хереет. Так он лучше пусть его сожрет. Он унес и все. Ну вот, забрал. Вот вам минус. Ну и никаких проблем. Поэтому вот так и такие они все нервные, блин. Дебилы. Ладно. Все, не буду я ждать. Как и говорил, на данный момент минус 4 штуки. Голуби вот после маечки хорошо полетели, и тетеревятник прилетел, и все. Но не опустились, а 4 штуки. Прилетят, не прилетят, никто не знает. Вот такие вот дела. Ладно, удачи вам. Все. Всем пока.